Штрафов на 90 миллионов тенге задолжал водитель Туркестанской области. Стражам порядка поступил сигнал из оперативного штаба, что зарегистрированный на должника автомобиль движется в указанном направлении. Полицейские задержали 46-летнего неплательщика на дороге. Его транспорт был конфискован и отправлен на штрафстоянку. В соответствии с требованиями закона, полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку и разъяснили водителю о необходимости своевременной уплаты задолженности.